Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, а смотрите продолжение сетевой партии на восьмерых, в которой я играю за нового лидера Сундиату Кейту, Малийца. Да и все мои соперники играют тоже за новых лидеров из лидер-пасса. Решили посмотреть, как оно будет. Но все подробности и начало в первой серии лучше перейдите к ней, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Ну, то есть, я имею в виду больше в мою сторону, типа правее... А, больше вверх. Не буду. Не, я же специально как бы по уровню одному иду. Все окей. Ну, надо навигацию по звездам дооткрывать, а потом пойдем, наверное, в машиностроение. Так, ну храм строим, поселенца покупаем, потом рынок купим. Стоунхендж можно построить. Слушайте, а если религия основана, то строительство Стоунхенджа дает апостола просто, да? Да. Кстати, большой бассейн, интересно. Давайте вот я сюда. Я не знал. Один ход сам само добавится. Ну, это уже где-то здесь надо ставить. Или там лучше. А мы и там поставим. Господи. И что, в рынке реально у нас теперь шедевр... А, тут не посмотреть пока туризм, да? Ты, конечно, шикарный американец, город поставил. Очень близко ко мне. Очень. Ты про Цинциннати? Ну, только что ты какой основал? А, я понял, я просто там еще не разведывал и не видел. Ну, вот печально. А насколько близко к... Как я? К столице? 6 клеток. Ну, я могу пообещать не выкупать клетки в твою сторону. Какая-то. О, блин. Упал метеорит для американца. Слушай, Конго, ну это вообще-то мой рабочий. В смысле твой? Ты знаешь, откуда он прибежал? Знаю. Я вот за ним бегал. Хрен знает сколько. В смысле, он прибежал от моих границ. Снизу. Да, это мой рабочий, который вниз привели, и потом вот оттуда снизу он туда шел. Он вообще от Египта прибежал. Или... Ну ладно, нет. Подожди, ну куда ты побежал? Ну бери. Мне не жалко. Я просто...
удивлен, что это твой рабочий. То, что он вообще ко мне от Египта прибежал. А я как понял по его словам, что это был его рабочий. Или подождать. Камешек тут. Кстати, мы вот сюда поставим священное место в этом городе. Грего, ты же помнишь, мы вот этого рабочего обсуждали, который был на твоих границах? Да. Это был твой рабочий или это от тебя от Мали прибежал? Мой. Ну вот. Лёш. Это его рабочий. Я ж тебе... Думаю, этого... Ну вот, нет, просто сейчас Лёша говорит, что это его рабочий, он за ним гонялся. Там должен был быть один заряд. Да, это он, вот, один заряд. Ну, поэтому я и отдал. Ну вот, нет, я понимаю, да, я вот помню, мы это еще обсуждали. Просто я его догнал, короче, скаутом, и Лёша говорит, что это его. Я про это. Ну а где мой тогда рабочий? Алексей, а вот посел там мой. Я не буду его захватывать, я только пообстреливаю. Так, вот здесь мы ставим правительство. Ну, я надеюсь, это же задел на наш с тобой союз. Долгий. Потом нам надо до 10 вырасти и театралки поставить. Ну, в Янне 2 хода до театралки. Кстати, тогда здесь Стоунхендж в тему. Вот сюда очень в тему Стоунхендж, потому что он на эти две театралки будет плюс 2 давать. Вот я не знаю, в этом городе. Я бы, наверное, все-таки его на побережье ставил. Потом еще сюда какой-то город. Так, и здесь сразу священочку. Так, и вырубаем камень. Блин, мне надо, наверное... Не, ну Магнуса уже поздно пересаживать. Просто камень вырубаем. У тебя 68 вот на этой карточке? Да. Она дает 50. Капец. 50. Блин, ну, я не понимаю, как это работает. То есть у меня... Ну, пингалу надо брать. Но это неправда. Я когда ее ставил, у меня 30 было. Это было давно. Забирай, я добил. Да, на следующем ходу. Лучником сюда иду, чтобы с этими... с юнитами морскими разбираться. Где-то возле сюда ты что, собираешься ставить города? Египет. Нет, это крайний город, чтобы стольню обезопасить. Я там еще буду города ставить. Сейчас один станет, и потом еще буду. Так, а собственно... Собственно, я еще сюда город поставлю, и все, наверное. Вот тут, правда, как-то места еще дофига, но тут нету пустыни. То есть, может, лучше копить веру, чтобы нападать на американца. Так, а где мы тут город поставим? Вот сюда, наверное. Нефрит, правда, в четверть. Может, на железо? Наверное, на железо надо. Но и мы без гавани играем, мы чисто сугубы строим, как вы понимаете.
Старугу перекупили. Ну, Таруга все-таки плюс 5% дает к науке. Поэтому я ее все-таки буду стараться своей оставлять. Вот тут все-таки какой-то город хочется еще поставить. И... А вот на исследователя, наверное, все-таки. Грега. Взят предложение. Так, сколько нам на следующего поселенца? 145. Тут, конечно, можно было бы два даже города поставить, но мне кажется, все-таки тут один стоит. И на пустыне у нас больше мест не остается. Вот из-за Чарльстона. Ух ты, еще и удваивает количество торговых путей. Не удваивает, в смысле увеличивает. Отлично. Ну, кстати, а у меня еще ни одного торгового пути больше нету, да? Так, наверное, из Таудмеки отправим... Покупаю здесь, потому что за счет Сугубы у нас дешевле покупка в Ньяне и, наверное, Йенне куплю. Привет, дед. Так, а что мы открыли? Игры и развлечения, да? Что-нибудь тут меняем? Видимо, нет. Можно против варваров еще поставить. Не, наверное, ставим как есть пока. Там не так важно мне этих варваров убивать. Так, ну Стоунхендж вроде наш. И мы можем театралки ставить уже. А кто-нибудь поставил Конго? Еще никто ничего не укреплял. Пастафарианство, защитник веры. Наверное, Всемирную Церковь тогда возьмем. Или паломничество. Давайте, наверное, блин. Давайте, наверное, все-таки паломничество. Дед, так, ты далеко отсюда? Есть производство. Угу. Амбар тут точно нужен. Ты сказал «у-у» или «угу»? А ты думай. Да не, просто у меня религия хорошая. Думаю, кстати, у меня водяной мель... Нет. Деду ты точно религию не принесешь. Понял.
Я ж водяную мельницу нигде не могу, в Тауде не могу. Может купить ее здесь? Сколько она стоит? 160. Вряд ли я ее накоплю. Не признаетесь? Что? Кто? Что ты спрашивал? Колесей кто построил? Я вообще не видел информации о том, что Колизей построен. Его уже давно построили. Это ты сделал? Ну, я. Еще хотел религию принести. Так. Наверное, последнего поселенца покупаем. Ну и надо строителя, чтобы хлопок обработать. То вообще без счастья сидим. Что у нас еще? У нас вон нефрит есть. Ну, я сюда вот поведу, поставлю. Тут еще будет ртуть, нефрит и мрамор. Где-то надо город ставить. Хотя тут еще влазит. Блин, еще несколько городов можно поставить. Давайте, наверное, еще поселенцев покупать. Не надо, наверное, лян брать. Ну, конечно, вот этот лагерь наплодил галер. Если бы они еще хотя бы ко мне лезли, а так они там стоят. Это, если я туда всовываюсь, то меня убивают нафиг. Поэтому я и подвел лучника. А лучник слабенько против морских юнитов работает. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, давайте, наверное... Блин, а пирамиды вообще для всех дают? Все строители на одно улучшение больше, да? В любом городе. Я просто подумал, может, мне лян надо в Ньяне сажать. Лян в Гао тогда. Там аквакультура нормальная может получиться. Вот, Джебель Баркал, кстати. Вот сюда, видимо. А, он только на холмах. Не, тогда лучше здесь в Йенне строить. А Падан тоже только рядом с центром. Ладно, давайте стены. Ну и водяную мельницу мы не успеваем купить. Не накопили денег. Я, наверное, дальше пойду по монументальности. То есть опять в Золотом веке, опять... монументальность, чтобы а рабочих покупать. Так, ну и этого сюда. Вот теперь... Блин, да еще сюда можно, кстати. Да ладно, все заселим, короче.
Пока никуда не отправлю. Кстати, Нанмадол тоже мне неплохо засоюзить, потому... А, ваши районы на побережье. Нет, ну это нет. Я думал, он пресную воду дает. Угу, вижу ученичество. Две галеры. Так, древние стены я строю как раз. Кстати, два храма надо бы. А акведук где мне вот в этом городе? Вот акведук давайте откроем. Здесь пока святилище. Угу. Надо вырубить. Ладно, куплю тут строителя. Здесь последнего поселенца. Тут откладываем производство. Так, а что в Ньяне будем строить? Ну, наверное, гурдвару надо построить. Сколько она стоит в религии? 150. То есть это два хода до покупки. Или лучше купим за веру. Но быстрее. То есть строим 4, а купим за 2 хода. Так, тогда строителей. В общем, надо начинать уже золото копить на покупку этих писателей. А то там Конго у нас начитывает. Ну, не начитывает, а просто делает. Что-то у тебя дед этот флотоводец. Ему бы одну букву Н на Д поменять, вообще был бы огонек. Тот, который Ганон? Да. Я понял. За что ты такие? Так это не я, а родители. О, варвары пытаются Диару взять. Это к лучшему. Мали предложение. Ну, сюда не влазит, если я сюда город ставлю. Поэтому сюда поведем на бананы. Не, ну это... Я не знаю. Чего я не вот знаешь? Я на своем континенте, ну, 5 городов могу поставить. 5 городов? Да. А на... городов? Городов, да. Ну, как ты корабль не назови? Хоть Ганон, да, хоть городов. Ничего особо не изменится. Грега, если что, я апельсины не выкупал. Ну так, в итоге у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 городов будет, да?
Блин, думаю, что тут... Наверное, святилище, чтобы храм купить следующим ходом. О, блин, где теократия? Ага, это после монархии надо. Кстати, а что у нас с Петрой? Петру кто-то построил? А, или я ее не, открыл. Давайте-ка откроем. Не, ну по одному, по одной еде как-то слабенько. Десять очков лишних. Надо кому поделиться? Или тут просто храм... Нет, тут, нам акведук же нужен. Тут нам нужен рабочий. Придется без скидки здесь покупать. А, я не успею туда встать. Все равно надо рабочего купить. Я в любом случае прям в монументальном... Или, блин, или взять науку от Сугуб. У меня будет... Вообще это так прилично, науки плюс. Может, все-таки науку? Я же могу просто за... Ну, за веру я могу покупать рынки. Надо решать, монументальность либо вольнодумство. Я думаю, вольнодумство. Подожди, а я то взял? Ну, почему я пока не... Ну, короче, пока не, не видно науки... Но они должны ее давать. Так, а вот где нам Петру построить лучше? Мне кажется, в Тадмеке. Как раз вырубим, кстати. Где соседство для... Сюда нам надо. Так, два храма... Второй храм надо купить. Где-то, наконец-то. Так, в Сегу надо... Священочку. Сюда. А в Диаре... В Диаре сюда. Диарея какая-то.
Ну что, традиционно научные ГГшки баним? Нет. Поддерживаем. Ученых баним. Религиозные. Да, и баним ученых. А тут ученых согласен. А какие баним научные? Удваивает ученых. Так кто туда вложился? Это американец вложился и неизвестный игрок. И японец еще. Прикол. А что я вложился? Удваивает очки великого ученого. Я не это хотел. Не, не будем вылазить. Блин, все никак не могу храм купить. Не успел вообще нигде. Торговца надо, наверное. Или уже строителя сделать, потому что сейчас торговец и так один ход. Да, блин. Строителя делаю, потому что торговец и так один ход был, понимаете? Так, тут у нас акведук будет. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на весь плейлист прохождения в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Нет, лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.